Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики! Сегодня у нас 1 июля 2023 года. Утро, 8 часов утра. Начинается жара. 23 градуса тепла. Днем обещают 28, но уже чувствуется, что затылок дышит жара. Спасибо, неделю побыла прохлада. Очень хорошо полил огород. Но на штык лопаты не пролил. Ну ладно, растения и так напились. Что мне сделало это самое? Прохлада, а потом вот бьет жара. Посмотрите, начал погибать мой фундук, орех. Был зеленый, до дождей был зеленый. Нормально. Посмотрите, что сгорела ветка. От чего? Начала гибнуть. Сгорела ветка. Начала гибнуть. Начала гореть ветка. Срочно нужно сына просить, чтобы он вот эту ветку вот такого удалил. Пусть обрастает, растет молодая ветка. Иначе погибнет все у меня дерево. Это уже проверенное. У меня было такое с грушей. Так у меня погибала груша, и я жалела обрезать ветку, и в итоге у меня полой груши усохла. Когда уже обрезала, уже хватилось поздно. Так, мои дорогие друзья, так что будем сегодня лечить орех-фундук. Уже ему года 4-5, но ореха еще ни одного на нем не было. В этом году болтались какие-то сережки, но жара... Засуха все погубила. Вообще у нас все очень дорого в Брянске. У людей пропала и смородина, и ягоды. Смородина у нас килограмм 300 рублей. Черная, красная 250. Вот такая цена у нас ягод. Уже о землянике я говорила. Литровая банка 1000 рублей стоила. Вот такие цена. Ягод очень мало. Погибли не только у меня ягоды, но и у людей. Вот она, смородина. Цвела, а ни одного нету. Пусто. Ну что, будем опять продолжать дальше бороться с засухой. Заходите в гости, мои дорогие друзья. Буду вам очень рада. До свидания. До новых встреч. Пока.